Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина, и сегодня я снимаю новое видео, посвященное челленджу 24 часа в ванной без телефонов. Изначально я хотела снять 24 часа вообще без гаджетов в ванной, то есть и без компьютера, и без телефона, и без каких-либо электронных устройств, но потом поняла, что я просто не выживу и не смогу целый день без интернета, поэтому хотя бы сегодня в ванную я смогу взять с собой компьютер. Сегодня моего телефона в видео вы точно не увидите, потому что я его уже убрала. И именно с начала съемок этого самого ролика я уже не должна заходить в телефон. У меня уже есть подобное видео на канале 24 часа в ванной, но вы все настолько сильно и часто просили меня снять вторую часть, только чтобы я уже показала вам все свои уходовые средства, любимую косметику и так далее. Именно поэтому у меня есть вот такая вот тележка, где написаны две просьбы. Показать любимую косметику и рассказать про любимые уходовые средства. Посмотрим, в какой поочередности я буду вам все это показывать. А также я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте поддерживать меня лайками, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Я уже затащила в ванную очень много всяких творческих блокнотов, книг, подготовила вот этот чудесный MacBook, который я тоже с собой возьму для того, чтобы смотреть фильмы. Всякие развлекаловки я тоже взяла с собой. Нам осталось лишь только обустроить ванную, кинуть туда много пледиков, всяких одеял, подушек, потому что спать сегодня я тоже буду именно в ванной. Я уже подготовила свой чудеснейший MacBook. Это челлендж без телефона, поэтому я беру с собой только вот эту чудесную прелесть, через которую смогу смотреть всякие фильмы. На случай, если MacBook сядет, я беру зарядку. Ванную я еще не обустроила внутри, поэтому возьму всякие одеяла, подушки, все, что мне нужно. Всякие вкусняшки я уже с собой взяла. И утром я совершила ошибку и позавтракала. Надеюсь, что вы меня за это простите. Причем позавтракала плотно, то что до ужина, я думаю, кушать я не захочу, а потом как-нибудь перетерплю. Воду я, кстати, взяла, и сейчас я вам все это покажу, как окажусь в ванной. Мне осталось все это обустроить, но сделаю я это вне кадра. Желаю вам приятного просмотра. Это челлендж 24 часа в ванной. Дубль 2. Часть 2. Мы можем начинать, поехали. Я обожаю, ребят, эту заставку, которую вы сейчас увидите. Просто знайте это. Вот она. Очень круто. Прошло уже где-то полтора часа, и я смотрю сериал, хотя... Нет, я смотрю 57 минут, хотя казалось, что больше. В этой серии, кстати, снимается Селена Гомес, и мне она очень понравилась. Мне кажется, это самая лучшая серия за всю историю «Черного зеркала». Сейчас я досмотрю, мне осталось буквально 7 минут, и я буду снимать косметику, так как прошло уже очень много времени. Я нанесу какую-нибудь масочку, пооформляю ежедневник и позанимаюсь своими делами, а потом уже буду кушать. Настало время наконец-то смыть косметику. Вы давно хотели посмотреть на меня полностью без косметики, поэтому сейчас этот момент и произойдет. Я использую вот такую вот пеночку от La Roche-Posay, очень крутая. Надеюсь, что я правильно прочитала и не опозорилась, это, кстати, важно. Итак, сначала я мочу лицо водой, и потом наношу пенку и просто смываю косметику с лица. Как вам такая красотка, Карина Аракелян? Чуть-чуть беру пенки и смываю косметоз. Эта пенка смывает очень хорошо, поэтому мне хватает буквально минутки, чтобы снять косметику. Вот такая вот я красоточка Карина Аракелян без косметики. Беру полотенце, вытираю лицо. Вот такая вот красоточка, которая готова наносить тканевую маску. Мы берем любую. Сегодня у нас, наверное, на очереди вот такая вот питающая масочка. Можете сами посмотреть. Открываем. Обожаю тканевые маски, потому что они очень хорошо питают лицо, но я не советую ими злоупотреблять, потому что, ну, как бы маски, они используются хотя бы раза два в неделю, иначе от них не будет абсолютно никакой пользы. Я вот так вот масочку подравниваю, чтобы она хорошо легла на мое лицо. Подбородочек, носик, все, что нужно. Вот таким вот образом.
такая вот красивая тканевая масочка, и наношу ее на лицо. Кстати, всегда я наношу тканевые маски неровно, так что прошу не засорять мне этим комментарии. Я еще немного вот тут маску повредила, чтобы я могла нормально разговаривать, а то я буду выглядеть как робот. Вот такая вот я сегодня красотка, которая не умеет ровно наносить маски, но ничего страшного. Кстати, все, что мне остается на руках, я еще распределяю по шее. Сейчас я хочу заняться творческим блокнотом под названием «Уничтожь меня». Оформлю там разворот, где нужно намочить страницу вместе с вами. Сначала нам нужно найти этот чудесный разворот. У меня на нем закладочка. Так, видите, тут все очень ярко и особо красиво оформлять, я думаю, эту страничку мы не будем. Просто нужно аккуратненько вырвать этот лист. Вот таким вот образом. Я его потом вклею вот сюда. Я не хочу уничтожать полностью эту страничку, так как написано ее утопить. Я просто закрою раковину, наберу воду и вот таким вот образом утоплю эту страницу. Сейчас мы немного подержим, буквально 2 минутки эту страничку под водой, иначе сама эта бумага просто начнет растворяться, а это не особо круто, поэтому пусть пока немного полежит, и потом я эту чудесную страничку вклею как раз таки туда, куда надо. Ну, наверное, тогда, когда она подсохнет, потому что мокрую ее туда класть не стоит. Сделаю я это чуть попозже. Достаем лист, складываем его на несколько частей, вот так вот. Можно считать, что мы утопили эту страничку, и пускай эта страничка у нас просто лежит вот тут и сохнет. У меня есть два пенала. В одном пенале лежит огромное количество ручек, в другом пенале просто всякие фломастеры, которые мне нужны для всяких разворотиков. Как вы видите, синие, зеленые, все ярких цветов. И покупала я их в Икее, кстати, очень качественные. Настало время поговорить вот про этот чудесный ящик. Тут у меня лежат всякие декоративные скотчи, наклейки. Очень красивый вот такой блестящий черный скотч. Всякие замазки в форме двух сердец. Замазки не жидкие, вот такие вот очень красивые. Одну половинку можно отдать, кстати, либо своему брату, либо сестре, либо подруге, кому угодно. И использовать их вместе. Вот такой вот декоративный скотч. Yes, 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 yes. Ну и у меня еще в ящике лежит очень много всего интересного. Сейчас я буду оформлять этот разворот. Вот я беру все это чудо, у меня все, естественно, валится из рук. Хочу использовать вот такие вот красивые наклеечки с марками. Тут всякие мишки, домики, очень красиво все выглядит. Я с маской, конечно, красиво не выгляжу, это исключение. Да не, красотка. Красотка? Вот так вот беру, на каждый краешек наклеиваю марку. Мне кажется, очень красиво выглядит. Повторяю, я не считаю себя сильно творческим человеком. Кстати, прошло уже где-то минут 15, и я могу снять эту чудесную масочку, намотав ее на пальчик вот таким вот чудесным способом. Сейчас я ее уберу в сторону, как доклею наклейку. Вот тут уже у меня будет красивый конверт, куда я положу ту страницу, где сказано было ее утопить. Именно там она и будет находиться, до этого утопленная. Может быть, этот блокнот был создан для того, чтобы каждую страницу действительно уничтожать, но конкретно этот разворот я хочу оформить так, что я страницу не утопила и не избавилась от нее, а просто положила в конверт. Прямо сейчас вы видите фотографию того, как я оформила эту страничку. Пожалуйста. Мне кажется, получилось очень круто. Настало время уже почти ужинать, но сегодня по питанию у меня не все такое супер полезное, но я уже вам говорила, что я плотно позавтракала. У меня вот такой вот чудесный поднос, где есть конфетки KitKat, маршмеллоу всякие вкуснятины, водичка обычная. Нужно, кстати, пить побольше воды, а я этим почему-то не занималась, поэтому прямо сейчас мне нужно попить побольше воды. Сейчас я буду кушать круассаны, но не всю пачку, естественно, штучки две, так как они вот такие вот маленькие, а жрать как свинья все-таки не стоит, ну, я так считаю. Поэтому берем, кусаем, кушаем и пожелайте мне приятного аппетита. Круассаны с водой. Самое крутое питание на сегодня у меня. KitKat! Вот такие вот крутые шарики, которые я купила в Дубае. Они, кстати, очень вкусные, но не особо полезные, так как это сладости. Ну и на полдник у меня вот такой вот чудесный двойной чупа-чуп со вкусом манго и винограда. Я его открываю вот таким вот чудным способом. Я уже, кстати, почти наелась. Вот так вот он круто выглядит и к тому же он очень вкусный. Я уже перестала.
пересматриваю то видео, которое отмонтировала, 24 часа в наручниках, и очень надеюсь, что этот ролик зайдет. Получился он достаточно сложным, да и нам с Полиной было очень сложно его снимать, так как мы были в наручниках. Ролик получился очень веселый, как вы видите, я уже половину досмотрела. На этом моменте мы с Полинкой готовим очень крутой омлет. Вот, и само по себе видео очень крутое, я надеюсь, что я в монтаже пока нигде не косякнула. Вот так вот я сейчас это все досмотрю и уже буду ложиться спать, потому что я безумно устала. Полина уже ушла спать, все остальное буду снимать я. Вот мои чудесные ножки, MacBook тут лежит, я еще немного в нем посидела. Вот такая вот красивая ванная, всякие вкусняшки, которые я еще могу покушать. На улице стемнело, но окон нет, показать вам всю эту прелесть я пока что вам не могу. Сейчас уже буду ложиться спать. Я очень утомилась и хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Сейчас, возможно, я немного пособираю лего, который у меня тут в течение целого дня стоит. Попытаюсь уснуть и надеюсь, что это видео подняло вам настроение. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, а также у меня есть мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, туда я выкладываю очень крутые фотографии. Например, вот фотография под названием «Корона тайм». Карантин, мой лук на карантине в подушке. Точнее, подушка — это мое платье, и надеюсь, что эта фотка вам тоже подняла настроение. Ну а с вами была Карина, у меня уже трясутся руки. Я вас люблю, огромное спасибо за просмотр. С вами была Карина Аракелян. Вступай в нашу семью аракелянчиков, если ты до сих пор не подписан. Ну а я прощаюсь и ложусь спать. Всем спокойной ночи. Пока! Ребят, уже утро, около 9:30 утра, а Карина все еще спит. Хотела бы просто вам ее показать. Такая вот спящая красавица. Я тоже сонная, встала пораньше, чтобы вам ее показать. Всем еще раз пока-пока.